А это очень красивое и зрелищное нападение пумы на крупного гуанако. В замедленной съемке эти прыжки на спину выглядят потрясающе. Клочья шерсти летели в разные стороны, но копытному удалось сбросить с себя хищную кошку и убежать. Птица-носорог сидит на проводах, а вокруг нее кружат какие-то птицы, значит, рядом есть и гнездо, которое они защищают. Носорог не обращает на птичек внимания и приземляется на скрученные провода, где есть гнездо. И вот в живот птицы-носорога одно за другим отправляются все три яйца. После полного разорения гнезда хищник улетает.